Всем привет, с вами Сева Фиолковский. И сегодня по традиции мы проходим один из комплексов батла Vortex. Я выбрал комплекс, в котором участвовал топовый воркаутер из города Краснодар, Дмитрий Доценко. Он просто поразил меня своими физическими возможностями. Это, наверное, тот случай, когда я на все 100% уверен, что я не смогу побить его результат, хотя бы примерно приблизиться к нему. Там очень интересные элементы с хорошими весами. Но самое примечательное то, что именно этот комплекс можно выполнять в нашем зале одновременно двум людям. И сегодня такой день, что именно Павел Бабич приехал в Ставрополь, и мы снова попробуем с ним зарубиться. Опять такая битва с неожиданным финалом. Я думаю, будет очень круто. В общем, наш ставропольский Vortex набирает обороты, поэтому, ребят, кому интересно, пишите в директ, приезжайте ко мне в гости в Ставрополь. Выбираем комплекс, будем зарубаться. Ну что, я в принципе готов. Поехали. Два, один. Поехали. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. И десять. Десять. Следующий трастер. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Паша, давай. Оттягивание. Я по трусам даю. Давай. Все, во время минута 25. Вдох и пошел. Подтягивание подбородка. Раз. Камеру вверх, наконец, ваши вставай. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Давай. Двенадцать. Время 2 минуты. Выдох, вдох, пошел. И 13, 14, 15. Пошел. Паша, давай. Нет, хорошо, молодец. Оба не отдыхают. Пойду сделаем. 16. Давай! Турник твоя тема, давай сделай. Выдох, вдох. Пошел. Три. Давай. Три, два, один, пошел. Раз. Хорошо. Два. И теперь. Два. Еще идет. Один. Не идет. Выдох. Попробуй обратно вход. Еще один. Давай, Паша, давай. Давай. Можно. Все, давай, поехали. Есть. Все. Давай. Марк, давай. Марк, все, гибкий. Поехали. Давай. Хорош. Отлично, еще. Давай. Делай. Два, один, пошел. Давай, поехали. Хорошо. Давай.
Ай, хорош! Добивай! Что? Что, блядь, ты давай что? Сразу звонок! Добивай! Поехали! Ты вообще... Да! Есть, есть, есть! Закончил! Выдох, вдох! Не выдох, не вдох! Отдых! Подведем итог данной зарубы. Я вообще недоволен своим результатом. Как оказалось, совокупность и эти элементы дали большой коэффициент сложности, хотя по отдельности я очень легко выполнял все эти упражнения. Плюс ко всему я проиграл тяжеловесу Бабичу. Для меня это вообще считается позорным делом. Я был уверен в своей победе. В любом случае, Доценко монстр. Я считаю, он просто красавчик. Надо стремиться к такому результату.
От всех можно смело отписываться и подписываться на Доценко и следить только за ним, потому что все остальное это просто какой-то детский сад. Я в два раза дольше проходил этот комплекс практически. Это что-то нереальное. Вот, поэтому всем спасибо за просмотр. Так, всем привет, сегодня мы на канале у Севы. Впечатление о да. комплексе, что ты думаешь? Да не только о комплексе могу сказать. Когда приезжаю в Ставрополь, сразу знаю, что Сева напишет, что-нибудь да сделаем. Уже второй раз подряд мы с ним делаем зарубу. На самом деле мне очень это нравится. В следующий раз что-нибудь еще придумаем веселое. Ну, комплекс был интересный. Первые три упражнения были несложные. Самое сложное для меня, наверное, это было... Подтягивания как-то тяжеловато дались. Вот, надо позвать всех московских топовых атлетов приезжать сюда, чтобы они занимались вместе с нами. Физрук. Да, ну, возможно, мы это осуществим в августе. Заедем в гости. Да. Ну, поэтому готовьтесь, да. Но я тебе скажу сразу, не все такие движниковые, потому что некоторые ребята, Денчик Саратов, передают тебе привет. Ты должен сделать комплекс, за который я даю 5000. Ты, кстати, не видел? Да, не его пробовал? Невозможно выполнить. Почему? Я уже сказал, сначала да? выполни сам его. Так прикол в том, что не я подбил же это, а Симкин Виктор говорит, давай, пошел что-нибудь придумай. На самом деле, мне кажется, топовый атлет кроссфит, ну или даже среднякового уровня, затащит. Наверное. Ладно, ждем всех в августе. Да, всем спасибо, всем... Да. Удачи, да, качайтесь, и главное, дыхание. Дыхание – это самое важное. Все, всем пока.